Смоленский завод «Измеритель» – одно из лучших предприятий города. Его основная продукция – звуковые колонки для бытовых стереосистем – удостоена государственного знака качества. В прошлом году коллектив завода завоевал второе место во всесоюзном социалистическом соревновании промышленных предприятий отрасли. Большое значение придают на «Измерителе» повышению культуры производства. Ведется реконструкция цехов, расширяются производственные площади. Осуществляя план социального развития коллектива, много делается здесь и для улучшения бытовых условий трудящихся. Быстро накормить рабочих в заводской столовой помогают три новые конвейерные линии, а искусство местных поваров известно даже за пределами завода. Прямо на территории механического цеха находится эта чайная. Два раза в смену, в 8 часов утра и в обеденный перерыв, приходят сюда рабочие. Приходят посидеть, обменяться новостями за чашкой чая, просто отдохнуть. Одиннадцать тысяч квадратных метров жилой площади построил завод своими силами. Еще 17 тысяч метров запланировано возвести в нынешней пятилетке. Четыреста сорок малышей ходят в заводской детский комбинат «Ёжик». Но он становится мал, и завод уже строит еще один, на 320 мест. Да, проблемы текучести кадров на «Измерителе» нет. Здесь делается все для того, чтобы людям хорошо работалось и радостно жилось.